Или деталь от трактора. До того довели этим тестированием детей, что мальчишка на вопрос, кто создал Тарзана, ответил Королёва. А как вам эта задачка? Переведена с американского учебника. С дерева упала ветка. Пробегавший мимо олень заметил, что ветка упала по параболической траектории. Нормальный олень? Не слабый олень такой. Работный. На вскидку. Он олень определил скорость течения реки. Нормально? У него еще спидометр между рогов. Помогите оленю сформулировать уравнение движения ветки. У наших детей укатайка начинается. Вообще интересно. Мы должны были бы заметить по странам Балтии, как падает образование молодежи, когда приходит западная система обучения. У них даже есть такая фраза в учебнике современного гуманитарного университета по культурологии. Вам будет интересно это услышать. В настоящее время существует западноевропейская форма культуры, а также признаки зарождения русской культуры. Есть замечательная русская пословица: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Что и произошло со странами Балтии. У мальчика на улице спросили лет 13, кто такой дед.